Дорожники не видят своей вины в ДТП на улице Труда, где иномарка влетела в открытый люк. В компании, которая ремонтировала участок дороги, заявили, что автоледи виновата сама. Напомним, инцидент произошел на улице Труда. Иномарка влетела в открытый люк и два раза перевернулась. В результате аварии автоледи увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Дорожники утверждают, что дама не заметила ограждения, которые были установлены в районе открытого люка. Только сама пострадавшая заявляет, ограждений не было.